кнопки. Ой, блин. И легендарка сразу, серьезно? Оу. Смотри. Уже тормози. Я не тормози, могу. Тормози, тормози. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и это кликер по радужным друзьям. Да, даже такое есть в Роблоксе. Ой, а еще я скин немножко поменял, но это так, временное. Прикольно, прикольно выглядит. Спасибо. Мне нравится. Большое. Ребят, напишите, вам нравится или нет. Всегда можете еще и лайк поставить, да. И на канал подписаться, раз уж на том речь зашла. 3 миллиона, когда? Кошка, ладно. Ой, не скоро. Но как так? Мы ждем, когда начнется гонка. Можно покрутить колесико? Ничего тебе нельзя еще. Нет, нельзя. У тебя нет ни денег, ничего. Давай посмотрим хотя бы какие... Тут реально питомцы с радужными. Не знаю, что за коричневые. Вот этот вот палочник. Не вижу. А, ой. Ну, меня убили, я не увидела, где циановая. Ну да. Ладно. Ёши, кажется, нам сейчас придется уже... О, тут гонка 2, что? То есть надо сначала эту пройти. Так, ну, как вы знаете, у меня есть кое-что. Называется... Ну, вы видите. В общем, я решила сюда прийти, чтобы, ну, как можно быстрее все это пройти, потому что, ну, интересно же сразу каких-то питомцев пооткрывать, да? И это не читерство, это просто мышка у меня так умеет. Видите, как умеет мышка? Вот. Все, а теперь можно бежать. И... Ого, а где все? А, что? 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 Все либо медленнее тебя, либо супер быстрее, вот что. А, вот кто-то супер быстрее, но я его даже не заметила. Остальные все как будто бы медленнее. Да-да-да, можешь посмотреть там на тап скорость. Да? Ты очень быстро. Серьезно? Крутышка. Ого. Ты. Ха-ха-ха-ха. Это не я, это мышка у меня крутышка. Кстати, это Ёша мне ее крутышка. Подарил. Мышка-крутышка. Тунц, тунц. О! Что? Там какой-то си... Чел, синий, поехал. А он тебя бахнул, да? Да. Бахнул, ужас. Так это как в дверях. Да, один в один. Это все то же самое. А давайте-ка посмотрим, что стоит 100 побед сразу. Ну, вроде как, ничего так. Донатерша. Я вот не дохожу, смотри, я вот даже не дошла еще до следующей. Я вот одну победку взял. Но у меня уже 2 победки, а вот еще... Еще 2. Уже 4 будет. Но дальше я, кажется, не добегу. Хотя, может быть, и добегу. Мне нравится, там парень такой руки развел и Ёши обгоняет вот этот вот. А, да-да-да, вижу. Ёж, я добегу, я, возможно, добегу, я добегаю, да, у меня 7 побед. Жестко, я только до прошлого добежал, потому что кликера у меня нет, я не удосужился сделать. Да, а теперь, ой, так медленно, что, 10 побед стоит самый обычный питомец? Но мне кажется, ты сейчас очень быстро накликаешь. Сейчас проверим. Я вот не знаю, что за гонка 2, на всякий случай не буду туда телепортироваться. Но знаешь, мне кажется, надо было себе задонатить хотя бы 1000 побед. Ого. Потому что, ну, а что? А вот смотри, в прошлый раз я на 400 накликала, а сейчас всего лишь на даже до 700 не дошло. Да. И ни одного питомца не купила. Угу. Угу. Ну, вот до победы добежала. Сейчас, правда, интересно, тут... Те же самые за нами будут гнаться или другие? Я ожидала, что здесь будет циановая, ну или хотя бы же... О, смотри, смотри, это фиолетовый, у него лапки. Ой, блин, он да я уже увидел. Он тебя прибьет сейчас. Он сейчас и меня уже прибьет, давайте посмотрим на него. Это он! Он убил меня. Но он был хорошенький. Так что можно сильно не... О, слушай, ну я настолько быстрее тебя. Просто кошка Лана, мяу. А что, если я еще сейчас куплю себе побед? А может, ну, как тебе удобно, давай, покупай. А я просто не знаю. Давай, а вот косарик, это... косарик побед, давай, можно, смотри. Можно. Зеленый питомец. А опять 1200, всего лишь на полтосик больше. Не, Ёж, ну так мы дойдем и вон до 20 тысяч, всего лишь 750 робоксов. 750, это дорого, миллион... нет, а 200 это нормально, 200 миллион это нормально. Миллион хочу узнать. Подожди, миллион это 1500? Да, нафига. А как-то нечестно. 20 тысяч это 750, а миллион это 1500. Видишь, жизнь какая. А что если я куплю миллион? А может, давай все-таки 20 тысяч, нормально. Не сколько хочу. Там? 5 тысяч, в смысле? 20 5 тысяч. Дорого. 5 тоже дорого. 5. Нормально, бобоксов, 5 хорошо. Блин. 200 бобуксов.
Не хочу. Бобук Сив 200. Мне так не нравится. Бери. Думаешь, самое выгодное предложение вот это? Самое выгодное предложение, думаю, думаешь, вот это. Думаешь, вот на это думаю, надо 200 да. робоксов тратить, думаю, да? Это, да, оно. Ну смотри, оно. Давай так, если я сейчас до пятерочки добегаю, то я покупаю. Нет, покупай. Покупай так. Прямо сейчас я покупай. Я должна добежать. Прям купи. Я не добегу, Ёша. Купи. Не. Купи. Ну ладно, 200 робоксов это очень много, жесть, Ёша это, просто меня ну, много, разорил. Да. Хорошо, я купила, но теперь мне надо... Хорошо, кликаем, смотрим. Итак, плюс 3. Сколько? Сколько? Надо было питомцев купить, конечно. Надо было. Ну ничего, я сейчас пробегусь и после этого раунда куплю питомцев, накуплю, Ёши. Ты просто не представляешь, просто смотри, сколько... Представляю. Ой-ой-ой, сколько скорость? Побежала. 21 000, ясно. Побежала, смотри, я его догоняю, я догоняю этого человека. Подожди, а как? Перегоняешь, Лан. Перегнал, нет, там жестко. Другой быстрее, там другой быстрее. А, да? Разве? Да. А кто сейчас будет бежать за нами? А, синий. Он сначала не прогрузился, я думала, что... А что делать потом, вот когда я это все пройду? А я же это все пройду. Я игру прошла, жизни, считай, за 200 робоксов. Выбивать питомцев. Mm-hmm. Выбивать новых питомцев. Выбивать еще питомцев. Подарить питомчика другу. А так можно? А так можно. А... Трейды. Если включишь UI, то там увидишь трейды, да. Да, я включен бегаю, так интереснее. Понял. А то если выключить, то не видно, что за тобой кто-то гонится, там и вообще. Он, кстати, не догонит меня, ты понимаешь? Он... Вот это да. Хотя подожди, жуткий. Может и догонит. Не, нет, никак вообще. Точно? Слабейший синий, да. Да, он даже не перебежит на эту дорожку. Ага, ага. Ну, может и перебежит. Но меня точно не догонит. Ребят, просто пройдено вот это все. Я разблокировала этаж 2. Слышь, какой этаж 2? Не а знаю. Там есть какие-то новые питомчики? Гонка там 2. Циановая? Я не знаю. Ну, давай я куплю. Блин, за 10 тысяч не хочу покупать. А, давай за 2 тысячи куплю. Или же за 500. Ёж, за сколько побед купить? Ты посмотри, купить? Там есть циановая или нет? Тут нигде циановой нет. А ты сказала второй там этаж или что-то такое? Ну это вот сюда, ну это мне тебя оставить придется идти. А, да? Да, телепорт. Вот блин. Давай я быстро куплю тебе какого-то очень крутого давай, питомца. Давай. А, я думал ты быстро сгоняешь, посмотришь типа. Ну ладно, давай сгоняй, вдруг там питомцы лучше. А! Кто меня убил здесь? А, это всех убили. Ладно, я пойду посмотрю, Ёша. Ты не, нет, тут не грусти. Так, конечно. Этаж 2, гонка 2. Я очень надеюсь, что здесь тоже будут радужные. Ой, почему так медленно я иду? Слушай, мне кажется, мне сюда рано. О, так, есть... Слушай, ну, я слышу, как Ёша очень-очень сильно... А я просто обычно клацаю. Да мне лень просто. Я обычно одним пальцем клацаю, а тут, знаешь, так типа четырьмя, ну так вот по очереди типа жмакаешь. Ну так, типа, да. Как знаешь, когда ты ждешь вот так, ага. Вот по столу, вот так вот, так вот по мышке. Блин, тут есть оранжевый, и тут бегает, кстати, очень странный фиолетовый. Да главное циановое, зачем оранжевый? Я вижу тут только оранжевый, какую-то голову, и она не то чтобы циановая. Блин, Ёж, я хочу вернуться к тебе, потому что здесь раунд в прогрессе, и я очень ага. медленно хожу, потому что я ничего не накликала, естественно. Поэтому я со скоростью 16 ползу к вот этому порталу и очень надеюсь, что сейчас выйду к тебе. Ну, а пока тут раунд еще не кончился, я вот не знаю, есть ли мне смысл бежать, я ж не накликала ничего. Я пооткрываю питомцев. Давайте вот самых вот этих простых мы не будем, наверное, открывать. Вот, Ёша, за 50 или за 500 побед? Давай за 500 парочку открою. Ну... Пигги-блю. Давай. Пигги-блю и... Легендарка сразу, серьезно? Воу. Так. А что дает, что дает? Дает, кажется, какую-то скорость или что? Ну, что-то явно... А, да, Ёж, такую скорость дает, что я уже вон побежала куда-то. Ладно, я вернусь назад, пожалуй. Это я так далеко убежала. Остановись! А, знаешь, я, пожалуй, куплю сейчас еще парочку за 500, чтобы понять, во-первых, сколько можно надевать. Так, 3 питомца можно. Ага, 3. И сейчас еще куплю 3 и с тобой поделюсь тоже.
Ой, так приятно. Так что принимай, давай трейд. Итак, раз, два. О, фиолетовый тебе выпал. И... Ну да, еще один Пинки Блю. Так, Йоши, нужен трейд срочно. Ну-ка, сейчас. Давай. Или покликаем сначала. Давай покликаем сначала. Принять. Ой. Нажал. Так, сейчас. Вот это тебе. Все, принимай скорее и спасибо, кликай. Спасибо, спасибо. Вот я так кликаю. Так, я кликаю. Тебе их надо бы надеть еще, конечно. Ну, но вообще, возможно, да. Возможно, они потом тебе немножко что-то улучшат. Ну, явно должны. Так, вроде спасибо большое. Вы... Я сказал спасибо? Спасибо большое тебе. Так, сейчас должно быть хорошо. Ну, я накликала примерно столько же, сколько в прошлый раз. Надевай своих питомцев и побежали. Так, слушай, ну что-то есть. Быстрее, скорость какая-то. Быстрее явно, смотри, вон нифига бежит. Нифига себе, конечно. Ха. 4000 тупо сюда. Так, ну сейчас тогда я куплю еще. И очень круто, что можно делиться питомцами, то есть получается. Так, ага, со мной уже хотят кто-то еще трейдиться, но нет, я трейжусь только с друзьями. Хе-хе. А как отключить? О, все, я отключила. Слушай, в первый раз я не умираю до циферки 1. Да, может даже... Я что-то долго нет, живу, он быстрый, капец. Он быстрый. Может, конечно, ты до 25 конца... Нет, не дойдешь, он нет, ускоряется. Нет, 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 блин. Нет. Ну ничего, быстр. Ты можешь потом снова бежать, мне стой, кажется, синий! Что... Стой! Блин, ну чуть-чуть. Больно, вонючка. А я, кажется, самая быстрая на сервере. Да, это не шутка. Ага. Ничего себе. Так, еще 3000 побед получила, ничего себе. Пойду еще раз гоняю, может быть, мне еще дадут победы. Да! Йоши, тупо, это я, блин, побегала. Пролетела. Да. Не заметил даже. Так быстро пробежала, что даже не заметил. Кто такая маленькая? Пробежала быстро еще вдобавок. Это ты была, да? Вот да. Это да. Это я. Вот это да. Но, наверное, второй раз у меня пройти не удастся, потому что, во-первых, синий развернется и пойдет назад. Ага. Ну да, а да. Во-вторых, уже остается маловатенько так времени. Да, кажется, я тут не так быстро уже иду. Но все равно, ага. Все равно неплохо, неплохо. Возможно, даже сейчас куплю себе, ой, 1000 за, например, сколько? За 2 питомца. Давайте вот купим за 2000 питомца. И кто у нас здесь? Ага, обычный. Ну и еще раз за 2. И теперь еще один обычный. М-м-м. И насколько же они... О, они круче. Но, к сожалению, Ёж, я тебе не могу других дать, потому что у тебя такие уже есть. И даже лучше. Я забыла, что надо кликать! Чего он мне не сказал? А я выключил микрофон, чтобы не мешать тебе и видео. Извини, пожалуйста. Блин, вот так вот и... я мало накликала. Хуже сделал только. Извини, пожалуйста. Да. Нет, я, конечно, все еще самая быстрая на сервере. И я все еще дойду до конца. Но, ага. Блин. Ты не просто до конца дойдешь. Смотри, какая у тебя скорость бешеная. Она меньше, чем в прошлый раз. Ну, да, но все равно. О, ладно, смотри, я, по-моему, дойду даже до конца 25. Серьезно? Ну, я знаю. Давай, не да. Знаю, сейчас глянем. Да, дохожу. Ничего вау, себе. Плюс 16 побед. Как приятно, спасибо. Ну, это здорово. Сейчас фиолетовый такой, ну, привет. Какие дела? Что да, ты тут хотел переедет. Добежать до 50? Ну и как добежал, братишка? Да. А я снова прошла. Интересно, а, к сожалению, да, здесь... О, подожди, Йоши, можно скрафтить? Mm-hmm. А сколько у тебя вот этих вот Пигги Блю? Так, а ну-ка. 2. Сейчас. Блин, да почему мне вот не те теперь попадаются? Итак, у нас... все, Йоши, надо трейд. Надо трейд. Надо трейд, давай трейд. Надо трейд. Мне что, тебе Пигги Блю вот эти отдать, да? Да, а я тебе вот этих... Блин, а чё, а почему убили и трейд тоже наш убили? Не знаю. Давай скорее трейд. Так, вот этих тебе отдаю. Ого, спасибо большое. Mm-hmm. А зачем? А потому что мне они надо круче. Их превратить. А я превращу Пигги Блю. А мне надо этих превратить или а что? Ты их не сможешь еще превратить, надо 5. А-а-а. Поэтому ты наденешь тех, что круче. Так, ого, так, секундочку. Чё-то я очень много нащёлкала, а как так-то? Так. Мне надо еще вот ее. У меня 6000, прикольно. Спасибо еще раз тебе большое. Вау. Эй, пролетела кошка Лана мимо. Йоши золотая, очень классная. Да, прикольно. Да, она очень много дает.
Так что я сейчас еще повыбиваю. Самое классное — это их делать золотыми. Вообще очень круто. А тем временем, смотри, я сейчас пробегу, и мне придется ждать, пока он убежит, потому что я бегу быстрее, чем он. Слушай, да и я теперь не промах. Вон, смотри, сейчас сотню даже закончу. Ну-ка. Сюда, 35 побед. Слушай, я на полном серьезе бегу быстрее, чем он. Мне нужно приостановиться. Притормозить. Я, да, я это сейчас и сделала, потому что иначе я в него просто врежусь. Очень долго почему-то скорость набираю. Но зато, когда начинаю набирать... Ёж, я, кажется, его реально догоню скоро, смотри. Смотри, я бегу за ним, ага. смотри. Ужас, тормози! Я не могу! Тормози, я его тормози, вижу. Ты же умрёшь. О, нет, я его обогнала. Чего, так бывает? Походу, да, и я еще раз прошла до конца. Ачивка? Я вот не знаю, может быть, еще что-то теперь пооткрывать. Ну, за 10 тысяч, конечно, не хочется. Вот за 2 тысячи. Хотя тут те же самые, что и здесь выпадают. Ладно, покликаю пока что. Плюс 100! 100 за один клик, Ёши! Обалдеть. Думала, добью до соточки, но нет. Слушайте, но все равно очень хороший рекорд. И, знаете, я пока буду вот так вот бежать вдаль, даже не смотреть, кого я обгоняю, куда я бегу. А если вам понравилось это видео, то, возможно, в следующий раз мы прокачаем Ёши и пойдем на второй этаж, ну и так далее. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!